Послушайте. Так. Я узнал песню, которую сыграла группа «Фрукты». Это же была песня, которую пел Сережа Лазарев. Точно. А если мы на следующее Евровидение отправим группу «Фрукты»? С этой же песней? С этой же песней. Нет, поскольку группа «Фрукты» короли кавер-версий, выйдет Бельгия, а за ними выйдет группа «Фрукты», и от России споют песню Бельгии второй раз. Но лучше, используя баян, контрабас, гусли, ложки.